Это был Испон Сергей Павлюк. Испон! Отлично! Море плюс 80 килограмм. Кузьмин Ильичук. Просьба подготовиться к судейской бригаде во главе Гвардии Манухи Чер, Иран. Потовые судьи, Павел Кушенков, Аркадий Ивачук, Сергей Сатоник и Коваленко. Итак, на татаме повестки Живана Просковска из Кировограда. Догнал Кузьмин бойца из Живана Просковска. И провел Базарий, заработал себе оценку Базарий по победе. Удар от Сайфер чужого пути. Жесткий напор Александра Кузьмина. Дает ему! И оценивают зрители. Четвертого тура.
жесткими лоу-киками. Ударами ногами по бедрам. Thank you.
защищать себя от этой большой из России. Почему? За захват сотни спортсменов. Субтитры
Итак, два российских спортсмена на украинском татаме. Алексей Костышенко и Александр Покритинов. Судьи дают предупреждение бойцам за пассивное ведение боя. Это не есть его души.
Thank you.
Представитель Запорожья, четвертый сюжет.
после одни. Черный пояс третьего дана. Бытия и все оставляющие совершенство.
карате Кёкушин. Заказывали вторая категория выше 80 килограмм. Изяев Рожков. Россия, Украина. Прошу обратить внимание, сейчас будет второй розарий.
Галинский, Некрас, Салтан и Заде. А на татаре приглашается боец красных поясов Юрий Кочкин и боец белых поясов Игорь Заделин. Кочкин, Заделин, Россия, Украина. Итак, поезды готовы. Юрий Кочкин, Игорь Заделин. Готовится детская бригада. Сергей Спиловым, Михаил Кавкарин, Станислав Шпак и Виктор Максимчин. Просьба судейской бригаде подойти к судейскому столику. Олег, победитель с тобой. Куда ты не слышишь? Побей лучше, чем это. Сергей Сиволотов, Михаил Кавкарин, Станислав Шпат, Виктор Матюшин. Просьба подойти к судейскому столику. Попытка провести лоу-кик. Дай ему в голову, дай ему! Давай на весы! Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Фирма «Аксель» создана 2 года назад. В фирме работает 50 человек. Фирма имеет свои представительства в Германии, Китае, России, Казахстане и Узбекистане. Оборот фирмы за первое полугодие составил 500 000 000 рублей. Фирма «Аксель» и решение судей и киваки ничья. Дополнительные 2 минуты. Тащая. Мамурин Киреев. Давайте поддержим нашего бойца!
Василий Коленко представляет сборную Украины на почти следующих воротах турнира. Владимир Коленко в турнире в Токио Хонку провел 3 круга. Thank you.
Закончены дополнительные 2 минуты боя. Thank you.
Thank you.
Что вы показываете? Бой за выход финал.
для сына для прекращения поведения. Истинную пушку мужчин которые демонстрируют представители Ирана Хальдин Хальдинзаде.
Thank you.
Второй раз.
Субтитры создавал DimaTorzok.